have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Попробуем мы с вами сегодня сгонять в Пигги. Все-таки, как-никак, выбрали игру года, и мы как-то на церемонии, когда были, обещали вам, что зайдем, запишем по ней одну серию. Так вот, это сегодня. Давайте сгоняем раунд 2, посмотрим, как получится. Я в этой игре еще не был. Кот здесь уже был. Честно говоря, у кота не самое лучшее мнение про эту игру. Я пока не могу составить свое мнение, потому что я еще не играл. Так. Серьезно, за предателя голосуем? Нет. Давайте за игрока. Пусть Линкой станет игрок. Предатель — это когда ты не знаешь, кто игрок. Ну, это я понимаю, это логично. И свинка. То есть тебя может убить игрок и свинка. О, да, свинка. Блин, я что-то не хотел сразу быть убийцей. Это я свинья такая? Ну, походу. Торговый центр, с чего бы им тут прятаться, а? А? С чего бы вам тут прятаться? Меня выбрали как свинку. Вот такая вот ты свинья, видишь, кем ты стал? Да, полнейшая. Дотрагивайтесь к игрокам, чтобы их поймать. К сожалению, вы не можете ползать. Вы используете ловушки для того, чтобы останавливать игроков. И вас выбрали как свинку. У меня есть 8 ловушек. Интересно, они пополняемые, непополняемые. Ладно, узнаем. Так, привет, ребят. Ну что, типа минус... Я ж притронулся к нему. Я перепрыгнуть не могу. Ах ты, свинья! Так, хорошо, пойдем охотиться. Знаешь, у меня есть травка. Если ты ко мне подойдешь, ты меня убить не сможешь. А что это значит? Это означает, что я могу покормить зебру, которая умеет все мечом шиковать. Я же, по идее, должен быть быстрее, или мне кажется? Нет, ну смотри, выживший от меня просто убегает. То есть... А как я их должен догонять, по идее? Основа всех убийц всегда оставалась в том, что они чуть-чуть быстрее жертвы, и поэтому жертве приходится как-то маневрировать и всякое такое. Ну вот, а я разве не дотронулся к ней? Вот это интересное кино сейчас было. Зебра, давай! Зебра у меня. 20 секунд. Круто. Круто. А почему я... Ой, блин. Я прям под собой ставлю капканы. Но это неинтересно. Мне же нужно место, куда их поставить. Ладно, пофиг. Не знаю, ребят. По-моему, геймплей свинку пока что вот совсем не очень. Из того, что я вижу. То есть, фактически, если я убийца, то мне нужно быть немножечко быстрее, чтобы я их мог догонять. Так пока что они от меня свинчивают, вот вообще как нефиг делать. Смотрите, они меня увидели, развернулись и свалили, и все. Так. Ха. У меня есть гаечный ключ. Молодец. Потом, капканы у меня абсолютно бесполезные. Во-первых, а во-вторых... Ну, я дотронулся, сказано, дотронься до человека, чтобы его поймать. Я до людей дотрагивался уже 3 или 4 раза. Но так никто так и не, до сих пор и не поймался. Я могу, кстати, на себя вот так смотреть. Крыса? Какая крыса? Неужели? Блин, ты капкан поставил. А, он меня застопил. Ладно, минус 2.
догонишь. Не, догонишь. А! Капкан! Капкан! Нет! Отойди! Ну блин, ну капканы задержат буквально на полсекунды, ну вы серьезно? Я задержал на 5 секунд. А. Меня еще не убил. Опасно. Опасно! Уйди. Ну вот, я потратил практически последний капкан. Нет, нет, ну это абсолютно бесполезный геймплей, потому что, ну блин, я не могу тупо догнать свою жертву, это вообще как работает? Я последний. Я знаю, что ты последний. Привет, последний. А, я еще и ползать не могу, да, круто, круто, класс. Ну, просто замечательно. Что? О, привет. Привет. Я не, ну да, вот ты сейчас через, да, у меня нет капкана, я просто, ты от меня оттуда уползаешь и все. Куда мне вставлять эту долбаную штуку? Пистолет! Пистолет! Дай мне пистолет! В прошлый раз чуваку с пистолетом не повезло. Дай! Пистолет взять! Это вообще-то негуманно, охотиться на свинью с пистолетом. Иди сюда! Привет. Патронов не было! Нужно перезаряжать обойму перед тем, как это. Ладно, поехали еще раз. Первая книга. Черт, побери. Нет, не знаю. Мне геймплей за свинку очень не понравился. Да, как бы я выиграл, но я выиграл таким себе путем. Посмотрим дальше, чё, как оно будет. Еще чуть-чуть, и я бы тебя пристрелил. Да-да. Пистолетом без пуль. А ведь прямо сзади этого места, где был пистолет, лежали патроны. Да, ну это же надо догадаться их взять, а так, ну зачем? Так, 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 так. Ну я хочу в метро. Я хочу город. Ах, ты городская крыса. Еще и чувак слинял, то есть у нас 3 человека будет. И кто-то будет свиньей. Может, свиньей будет бот? Давай игрок. У нас просто 3 человека. Нам еще минус игрок на свинью и все. О, инфекция. Ну, инфекция. Ой. Типа тоже. Бот. Будет свинобот. А? Кто-нибудь есть на станции? Внимание, монстр на станции! Идите в гараж сейчас же. Монстр на станции. Так. Так, так, так. Квак, квак, квак. Я, кстати, да, ребятушки, скин после церемонии еще не менял, поэтому... А, нас все-таки четверо. Что мы делать должны? Пятеро! Воу, 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 воу! Люди размножаются. Оказывается, дверь можно открывать? Че, серьезно? А как? Надо вот прыгать вплотную к дверям и нажать. Свинья проснулась! Нет! Зачем ты дверь открыл? Кто тебя просил дверь открывать? Я. Ой, здесь кто-то пукнул. А! Я свари... Ой, блин, ну кто ж знал? Я думал, что это просто неоновый пол такой. Кто знал, что это кислота? Ладно. А я на этом месте и сказал, кто там напукал. Послежу за тобой. А! Чё? Где? 2 дебила это сила. Один в кислоте сварился, другой по лазерам походил. Нормально так. Давай посмотрим, что наши ребята сделают. Я же тоже не притрагивался к ним. Ага, фиг тебе. Кто выбрал город? Или это метро? Это метро. А, это да, ладно, это я выбрал метро. Почему в метро кислота и лазеры? Это что вообще за метро такое? Это вообще не метро, а станция. Ну, станция метро, не? Не. Ладно.
Прикольно. Прикольно, просто суперски сходили. Просто офигительно. Это радиостанция. А? Это радиостанция. Как это может быть? О, еще один сварился. Как ты же видишь кислоту внизу, да? И что, кислотные люди говорят? Блин, один чувак остался, да? Вот поэтому не стоит убирать бота. Почему? Мы все сами сдохли. Три человека сами сдохли, только одного убил бот. Причем, наоборот, бот лажает. Знаешь, почему люди не хотели заходить в голосование? Они не хотели выяснить. Когда их нет в голосовании, они не будут свинкой. А, они просто потом присоединились? Да. Ладно. Вот еще один минус. Да, на самом деле, я не знаю, как... То есть, я ожидал увидеть чего-то. Эта игра собрала у нас кучу номинаций, кучу выигрышей в номинациях. И как игра года, и как лучший создатель года, и как самая быстрорастущая игра года. И всех... То есть, по-моему, в четырех номинациях она победила. Я ожидал увидеть чего-то замечательного, чего-то прорывного, какой-то уникальный геймплей, но пока что я вижу, к сожалению, больше минусов, чем плюсов. Я не знаю, каким образом эта игра смогла набрать такой бешеный рейтинг, причем она сейчас висит на 90% лайков, да, то есть 90% лайков у этой игры. Я не знаю, как это у людей получается, потому что игрушка довольно посредственная. Это у нас, опять же, смесь Dead by Daylight. Ну, тут у нас в Roblox есть куча похожих вещей на Dead by Daylight и каких-нибудь там Murder Mystery и всякое такое, где просто есть убийца, он гоняется за жертвами, механика такая, что нужно или найти выход, или... То есть есть много подобных проектов. О, молодец, чувак, ты застрял. Откуда у нас девочка тут? Девочка, игроки могут присоединяться прямо во время раунда? Да. Так это делает игру фактически бесконечной. Плюс. Да. Это минус. Раз, вот, если ты сейчас выйдешь, и у тебя здесь друг играет, ты опять зайдешь, и тебя кинут в раунд. Ну, а то, что ты играешь, но ты мертвый, считается? Нет. Нет, ладно. Так, ребят, тогда предлагаю посмотреть на вторую книгу. Пойдем вторую книгу глянем? Да, давай. Раз она сейчас появилась. Посмотрим, что это такое. Типа аниматроники? Не совсем. Я живой? Я тоже живой. Я в раунде, ух ты. Я тоже. Ой. Здесь кислота. Кто-то напукал опять. Чего тут так много зеленого чего-то? Ха. Чувак, ты типа оружие продаешь или что? Этот парень требует у тебя морковку, и тогда он очищает рожи любого. Что с тобой? Что ты провалился, чувак? Что с тобой? Так, тут я понимаю, у нас уже не свинья, а какой-то аниматроник будет, или что это будет, волк. Я не знаю. Волк? Волк. Заяц. О, волк. Так, ладно, тут ключ нужен явно. Ха, капкан, сейчас, блин. Ой, я могу наступать на что-то зеленое. На сопли, на капканы, на все, что хочешь. На сопли Шрека. То есть, погоди, сопли обычного человека зеленые. О, да, вон, я вижу этого волка. Сопли обычного человека зеленые, а сопли Шрека, они ультразеленые или как это происходит? Я слышу чьи-то шаги, как будто кто-то... Ой. Сколько простите, замков? Мистер Аллигатор, я ухожу отсюда. Так, да, двери... Ага, двери можно открывать только мышкой, к сожалению. Ладно. О, а что это горящая фигня такая? Я? Не огнетушитель знаю. Надо, я понял. Так. Где что находится, вообще без понятия. Ты тут? Ну на разных серваках, что ли?
Наверное, к сожалению. Ну, в любом случае, мы просто зашли глянуть, поэтому рассказывай, что там у тебя творится, я буду рассказывать. У меня там творилось то, что я был какой-то канализацией, там везде были сопли, еще какой-то аллигатор с зелеными почему глазами. Почему были? Ты что, сдох? Я наступил на сопли. Слишком зеленый. Сраный волк. А ты медленнее, чем я, иди нафиг. Заяц. Волк. Тут два волка. Ну, блин, он разводится вообще... элементарнейшие. То есть я понимаю, что трудность основных побегушек всегда заключалась в том, что или убийца умеет стрелять... тут капкан. Я пошутил. Или убийца умеет стрелять, или же... Ну-ка, его не слышно. На сколько секунд капкан останавливает? На 5 где-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Да, 5 секунд, нормально. Я тут могу проползти. Так, а тут больше нифига как бы и нету-то. Серьезно? Предатель? Я же говорю, вот чем предатель. Так он нет, на карте же были эти аниматроники. Или аниматроники не зависят от этого? Не зависят от этого. Хорошо, пойдем еще раз во второй чептер. Заходи ко мне. Хорошо. Давай, интермиссия еще 10 секунд, успей зайти. Уже иду. Ага, сейчас. Блин, ты не успеешь. Успею. Там еще будет голосование 14 секунд. Заходи, дорогой. Иду, дорогой. Мы тут? Нет, мы на разных серваках. Блин, это, кстати, это тоже... Походу, твой сервак полный. Нет, тут есть место. Тут до 8 человек, по-моему, или что-то такое. Вот это, короче, еще одна такая огромная, ну, как бы, пропуск со стороны разработчиков, то, что ты со своим другом фиг объединишься. Ты вроде как заходишь на один сервак в игре, но здесь есть еще куча микросервачков, которые набираются, и как зайти к человеку, с которым ты хочешь поиграть, это чистый рандом, да. Вот. Блин. No one meow. I don't meow. Хорошо. Запомните, мы идем за батарейками и валим отсюда. Свинья. Если найдете морковки, я их заберу. Это Газель говорила или что? Я не знаю вообще, кто это. Тут куча машин, частично сгоревших, поржавевших и всякое такое. Так, глючик. Там... это метро. 7-я станция. По-моему, именно на этой карте можно было заполучить розовый меч. Для чего? Я не знаю. Нет, ну ты же знаешь информацию про розовый меч. Так, возможно, ты знаешь, для чего он нужен? Вещь. Тебе нужно нажать на кучу игрушек, на кучу плюшевых мишек, которые расположены с текстурами. Пока что, ну, как бы... Так, что говорит, я мог бы подвинуть эту полочку. Так, за морковку. Так. За морковку. Ну, реально, мы чё, за альянс! За орду! За морковку! Так, сейф. Ну, конечно, нужен. О, свинья здесь! Вы чё? Свинья полнейшая. Как она может за тобой идти? Что-то мне кажется, или раньше она топала погромче? О, тут можно постричь. Зеленый ключик, здравствуйте. Я могу только по одному ключику с собой таскать. Зеленый ключик, оранжевый ключик. Где-то я оранжевую дверь, по-моему... Две свиньи! Винчику, инфекция, что ли? Походу. Либо игрок... Я же взял оранжевый ключ, вы чё, офигели? Я же его поменял на зеленый. Почему сейчас-то у меня... это бесит, потому что внизу... Да, инфекция. Потому что внизу ключик не отображается. Отображается просто, что есть какой-то некий предмет. А какой у тебя предмет в руках? Как бы... вот теперь написано, что это оранжевый ключ. Спасибо.
Да у меня точно такое же было. Я вроде пытался взять пистолет, а там было 3 предмета в одном. Я постоянно брал то розовый ключ, то зеленый, но никак не пистолет. Красный ключ, синий ключ. А где столько дверей? О, привет. Чувак! Вали отсюда. А где столько дверей-то взять? Дверей? Дверей. А может сейфов? Да нет, двери. О, там эта зебра застанила свинью. Пока свинья. Сейфы такие розового цвета, которые под ключи такие, а? Что? Подключи. Да. Эй, подключи это. Так, есть зеленый ключ, есть красный ключ, есть еще какой-то ключ. Я помню, где находится каждый предмет именно на этой карте. А двери ты не помнишь, где какие находятся? Нет. А, молодец, спасибо. Очень полезно. Что за лаги? Лагобагодром, блин. Так, красный ключ есть. Желтый сейф. А, желтый ключ от желтого сейфа? Да. Да ладно тебе! Я вот точно так же подходил к чуваку на такое же расстояние, я его не убивал. Ну, теперь я свинья. Спасибо, блин. Ладно, ребятушки. Вот такая сегодня получилась у нас побегушечка от свиней. Не знаю. Мне не понравилось, мой вердикт. Мы зашли поиграть, потому что это игра года. Потому что очень много людей за это голосовали. Говорили, прикольно, круто. Я не нашел для себя достаточно плюсов, чтобы продолжать в это играть. Так что вот будет одна серия. Я не думаю, что мы сюда будем возвращаться. В любом случае, ребят, вы посмотрели, вам виднее. Хотите в это играть, не хотите, решайте сами. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.